Всем привет, это предпродажная проверка самой ходовой мощной колонки на аккумуляторе, которая работает еще и от 12 вольт, Electronic EL1212A. Едет она у нас в город Бузулук, получатель Денис. В комплекте с этой моделью идут два радиомикрофона абсолютно бесплатно. Также есть пульт дистанционного управления, AUX-кабель, сетевое зарядное устройство, автомобильное зарядное устройство, крокодильчики на 12 вольт. И инструкция на русском языке. Колонка выглядит моноблоком. Два динамика по 12 дюймов. Также есть подсветка и по центру твиттер. Сверху есть ручка для транспортировки. Развернем ее. Есть телескопическая ручка. И колесики для транспортировки. Аккумулятор мощный 7,2 ампера. Пятиполосный эквалайзер. Громкость колонки. Экстра бас. Эхо на микрофон, бас на микрофон, высокий на микрофон, громкость самого микрофона. Также есть гитарный вход, вход микрофона, 12 вольт зарядка, 220 вольт зарядка, включение колонки, включение подсветки и AUX-вход. Индикаторы заряда-разряда и FM-антенна для радио. Здесь флешка вставляется, дисплей есть, Bluetooth, AUX. Послушайте наушник, как всегда, хороший, чистый звук и мягкий бас. Проверим беспроводной комплектный микрофон оранжевого цвета. Раз, два, три, микрофон работает. Проверим комплектный синий микрофон. Раз, 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 два, три, все прекрасно работает. Все классно, хорошо и здорово работает. Запаковываем и отправляем в город Бузулук для Дениса. Ссылка на колонку будет в описании. Также с нами можно связаться по номерам телефонов, которые всплывают на экране.